почему с возрастом мы выглядим с вами все хуже, хуже, хуже? Потому что кожа – гормонозависимый орган. И после 25 лет мы с вами начинаем прям угасать, угасать, угасать. Гормонов все меньше, меньше, меньше. Кожа все хуже, хуже. Ну и секретик. Хронолонг. Его можно применять после 40. Особенно, если у вас болезненные были месячные, вы понимаете, что потихонечку начинаете готовиться к предменопаузе. Я, честно говоря, не понимаю, но я знаю, что девчонки, которые там год или два принимают хронолонг, выглядят гораздо моложе. Потому что здесь генистеин сои, который помогает, ну, а-ля поддерживать наши... Это не гормон, да, но он гормоноподобный, вот так я бы сказала. И очень много проводилось исследований, почему азиатские девчонки такие молодые, классные, они же такие, вообще прям огонь, да? Вот, как раз потому, что в их питании очень много сои, а она компенсирует вот этот уход наших гормонов и дает нам возможность выглядеть хорошо.